еще один АСС или вал. Тоже патрон такой же, 9-миллиметровый спецпатрон. Вообще от увиденного, честно, впечатлился. Особенно понравилось СВД. Не знаю, у меня, наверное, мечта всего моего детства была вообще подержать ее в руках, то есть пострелять. А так вообще сам собираюсь после колледжа в армию. И после армии хочу попытаться попасть в ОМОН. Ну, эмоции незабываемые, конечно. Задумались? Да, можно было сюда после армии прийти работать. И инициатива сегодняшнего мероприятия, то есть экскурсии студентов вузов города Оренбурга, принадлежит руководству Оренбургской области, управлению МВД совместно с общественным советом. Основная цель этого мероприятия, ну, первое, конечно, это ознакомление с профессией сотрудников МВД. Вот. Если хотя бы и один человек после сегодняшней экскурсии из ныне присутствующих изъявит желание служить в органах МВД, я думаю, это будет уже положительный результат. Ну, это экскурсия, скажем так, мероприятие проходит в рамках акции «Студенческий десант». Проходит достаточно часто, может быть, не в таком составе, может быть, не студенты, но проводится у нас достаточно часто. Где-то в месяц, раза два, возможно, иногда три. У нас, ну, отряд посещают школьники, студенты, кадеты, казачьи классы. Мы тесно работаем с детской казачьей школой «Атаман». Они у нас часто бывают. Но проводится для чего? Ну, чтобы знали, чтобы подрастающее поколение знало, к чему стремиться, чем живет полиция.